Юридический факультет Казанского университета известен не только своими безупречными юристами, богатой историей, но и качеством получаемых знаний, как в процессе обучения, так и в проведении значимых мероприятий, например, историко-правовой турнир и студенческие дебаты. Кстати, в этом году данный турнир отмечает свой небольшой юбилей. Уже 5-й год подряд юристы КФУ принимают в нем активное участие. Само мероприятие предполагает использование такого, в общем-то, такой формы, как дебаты, которая позволяет критически оценивать различные точки зрения, которые существуют, которая позволяет находить компромиссные решения, которые являются такой своеобразной школой альтернативного мышления. Команды соревнуются между собой в раундах, отстаивая собственные позиции по судебным делам, аргументируя, доказывая правильность и обоснованность своей правовой позиции. Выступая с убедительными речами, студенты представляют позиции как истца, так и ответчика. Тот самый новый проект, благодаря которому я могу реализовать свои полученные новые знания в ходе изучения тех или иных предметов в нашем университете. И, конечно же, таким образом я могу вложить ту самую изюминку нового в наше общество, чтобы в дальнейшем молодежь и подрастающее поколение могло использовать парламентские дебаты как нечто новое, чтобы оно могло участвовать в жизни нашего университета так же активно, как и участвуем мы. Не остались в стороне и преподаватели. Каждый из них не просто готовит студентов к дебатам, но и направляет их работу в нужном направлении. Сегодня перспективы у этой игры очень большие, потому что именно благодаря этому формату у нас получилась совершенно новая система работы со школьниками и с подрастающим поколением, система работы с молодежью. Уже не первый год участники дебатов и их наставники отмечают прогрессивное развитие содержательного наполнения образовательных технологий. Организаторы уверены, что есть все предпосылки для выхода мероприятия на всероссийский уровень. Открытие турнира состоится 11 ноября. Адель Шамилова, Руслан Уразаев, Универньюз.